В области продолжается кампания по вакцинации от COVID-19. Вчера российской вакцины «Спутник Ви» привились рабочие ТО «Косфосфат». На флагмане отечественной химической промышленности работает свыше 6 тысяч человек. Разъяснительная работа по необходимости вакцинации от коварного заболевания велась на всех подразделениях ТО «Косфосфат». Это и на Жамбылском фосфорном заводе, и на Каратауском горно-обогатительном комбинате, других филиалах. Руководство компании с первых же дней в феврале подключилось к движению по вакцинации и провело соответствующую работу. На сегодняшний день, по прошествии 2 месяцев, я могу сказать, но по мере поступления всех вакцин из 6250 человек, там около 2400 человек наших работников уже вакцинировались. Эта процедура, она еще дальше продолжается. Я думаю, что задача нашей компании максимальная. Мы будем стараться, конечно, охватить всех 100%, чтобы они вакцинировались, чтобы можно было бы в первую очередь обезопасить себя от этой болезни, чтобы сохранять здоровье. Ну и, конечно, самое главное, чтобы есть экономические последствия от этого, потому что когда компания работает, здоровые люди, в компании работают люди, которые обезопасены от этого вируса, я думаю, что и работать легче. Поэтому эта работа будет продолжаться. Я призываю всех жителей нашей Жамбылской области. Я, например, сам одним из первых вакцинировался в нашей области, и все мои коллеги тоже вакцинировались, руководители компании. Поэтому я призываю, чтобы мы могли все вакцинироваться. Я думаю, что здоровье, состояние у всех нормальное, поэтому это одна из самых причин, чтобы вернуться к нормальной прошлой жизни, когда можно было бы не пользоваться всеми мерами предосторожности. Для того, чтобы рабочим было удобно и безопасно, здесь предприняли все меры предосторожности. Открыли специальный кабинет, снабдили всем необходимым. На сегодня в нашей поликлинике функционируют 2 прививочных кабинета, а также созданы 2 передвижные бригады. В том числе на Косфосфате открыты 2 прививочных кабинета. Там и проходит вакцинация рабочих российской вакцины «Спутник Ви». За минувшую неделю на заводе привились еще около 800 человек. В ближайшее время доведем вакцинацию до 100%, заверили местные специалисты. Все мы рабочие на вакцинацию пришли добровольно, никто нас не заставлял. Лично я уже сделала 2-й компонент вакцины. Состояние у всех хорошее, никаких осложнений ни у кого не было. На сегодня «Косфосфат» экспортирует свою продукцию в страны Восточной и Западной Европы, СНГ, Китай. Чтобы и дальше расширять и укреплять производство, химикам необходимо следить за своим здоровьем в это нелегкое для всего мира время. Кулеш Умурзакова, Султан Жарабай, 77 News.